Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним. Четвертое задание на странице 5 учебника математики для первого класса автора Дорофеева. Давайте мы с вами выполним задание по клеточкам. На первой строчке мы должны будем рисовать точки. Причем эти точки мы будем ставить в уголочках квадратов клеточек. Одна точка вверху, одна внизу. Теперь выполняем задание второй строчки. Здесь мы должны будем рисовать палочки, прямые палочки от верхнего уголка до нижнего. А в середине клеточки ставить точку. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.